сейчас переведут, я не понимаю, что ко мне нужно. Вот так здесь видно. Нам нужна была победа перед дерби, это очень важно было. Настроиться на эту игру, ну конечно еще можем намного лучше играть, это все понимают, все знают в команде, это самое главное. Работаем над этим и надеемся, что уже против ЦСКА покажем свою игру лучшую, которая мы должны показывать во всех матчах. Всегда получается так, что я напротив Марио играю, и я знаю, как он играет. Нелегко, конечно, против него играть. Это игрок высокого уровня, игрок сборной России. Ну, постараюсь сделать все, чтобы его остановить. Сейчас в хорошей форме находится Власович, лидер команды. И это будет очень важно в матче, чтобы не дать ему показать свои лучшие качества. И это уже будет работа наших опорников, центральных защитников, ну, как всей линии обороны, чтобы его удержать. Но сейчас ЦСКА в хорошей форме находится, и это не только Марио Фернандеш, не только Влашич, а вся команда неплохо играет. Радует, что мы не пропускаем 3 матча подряд. Надеемся, что будем так продолжать. Ну, надо добавить впереди, конечно, больше голов забивать и больше побеждать.